Послание Отца Абсолют от 6 мая 2024 года. Воспитание человека пятого измерения. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами перейдем к разговору о самовоспитании, которое вытекает непосредственно из вашего умения контролировать себя. Как уже говорилось в моем недавнем послании, самовоспитание – это тот же самый самоконтроль, но уже в глобальном масштабе, включающий в себя все аспекты вашей жизни. Итак, предположим, что вы освоили все три принципа самоконтроля, и ваши новые спонтанные реакции больше не несут в себе признаков трехмерности, а значит, ваше сознание уже окончательно вышло на уровень четвертого или пятого измерения. И теперь на очереди у вас может стать овладение навыком самовоспитания. В чем же это может выражаться? Прежде всего, в изменении образа вашей жизни, который отныне подчиняется уже совсем другим законам. А по большому счету это знаменует собой выход вашего сознания за пределы трехмерной матрицы. Но поскольку до этого вы выстраивали свою жизнь и отношения с окружающими людьми в соответствии с законами трехмерной матрицы, которая всех подгоняла под одну гребенку, то теперь вам предстоит создание нового пространства со своим собственным микроклиматом внутри этой матрицы, который продолжает существовать подавляющее большинство населения вашей планеты. И в этом решающую роль может сыграть самовоспитание, основанное на принципах бытия пятого измерения. Теперь, чтобы соответствовать столь высокому уровню вибрации, вам придется помещать в сферы ловушки из огня вселенской любви уже не только ваши мысли и эмоции, но и целые пласты своей жизни, которые были подчинены матричному влиянию. И сделать это гораздо сложнее, поскольку речь здесь идет уже не о ваших индивидуальных качествах, которые вы можете легко контролировать и корректировать по мере необходимости, а о событиях и явлениях вашей жизни, которые не всегда зависят от вас напрямую. Поэтому единственное, что вы можете пока сделать, это полностью изменить отношение к ним и воздействовать на эти события энергетически. В этом и будет заключаться ваш первый шаг на пути к воспитанию себя как человека пятого измерения, о чем мы и поговорим в следующий раз более подробно. «Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами». Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».